Смотри, Монтаж Болотовичем мы работали в Джоурку Кенеш. Мы были депутатами от одной фракции, от Аджурт. Вот. Мы тогда были соратниками. И я вот эти 4 дня с ним вел переговоры по поводу того, чтобы он был первым заместителем. Он очень долго отказывался. Я вчера в 12 часов ночи его говорил. И я просто прошу, чтобы Нариман Монтаж Болотович продолжил эту работу. А я бы хотел... В течение вот этой недели, двух недель стартуют выборы в Жогорку Кенеш. Я планирую пойти на выборы.